Искос предсказал свою смерть. И он попросил меня обо всем тебе рассказать. Если ты мне не веришь, то держи это. Это послание для меня? Ага. Привет, брат. В тебе спрятан ключ. Если ты одолеешь 32-го, то меня вернешь. Пробуждай свою силу. Он мой брат? Подожди, а где ты был раньше? Ну, как тебе сказать? Меня освободил Пискас, но я быстренько от него сбежал. Вот так. Видел бы ты его лицо. Так ты знаешь, о каком ключе говорил Пискас? Я не знаю. Ладно, нам как-то нужно пробудить твою силу. Как я знаю, Пискасу сейчас не очень хорошо от поглощения Врискаса. Он живой? Да, а ты разве не хотел от него избавиться? Ну, как бы да. Что с тобой?